Здравствуйте! Наша компания имеет большой опыт работы с фармацевтическим оборудованием для розлива жидкостей, стеклянные ампулы, пенициллиновые флаконы, пластиковые бутылки. Полный комплекс по разливу и укупорке любых жидких и масляных субстанций. Комплектуем автоматические линии и отдельные машины розлива и укупорки с завинчиванием крышек и завальцовкой алюминиевых колпачков. Поможем с выбором ампульной линии по розливу и запайке стеклянных, стерильных и нестерильных ампул. Компания Романа Цибульского «Минипресс.ру» занимается поставкой большого ассортимента фармацевтического оборудования из Китая, Кореи, Индии, Европы и других стран. Мы выполняем работы по поиску, подбору, закупке, доставке, таможенной очистке оборудования с доставкой в любой город России и стран СНГ. У нас самый авторитетный каталог различного оборудования с описанием на многих языках. Нами производится доставка грузов из Китая в Россию и страны СНГ по воздуху, по морю, железными автомобильными дорогами. Наш специалист ежедневно проводит консультации по технологиям фармацевтического производства. Подбираем оборудование и отдельные машины для производства продукции по образцам клиента. Весь комплекс дополнительных услуг. Поиск расходных материалов, упаковки. Размещаем заказы в типографиях Китая. Имеем большую базу информации о производителях фармацевтической и ветеринарной продукции в России. Наш каталог оборудования – minipress.ru/каталог. Единый контактный номер в Москве – +7 495 364 3808. Наша почта – info@minipress.ru. Более подробные данные о ссылках на наши контакты и социальные сети вы найдете под этим видео. Фактически у нас самый большой в России многоязычный каталог фармацевтического оборудования с фотографиями, описаниями и, что более важно, с ценами и видеодемонстрацией оборудования в работе. Добрый день, меня зовут Роман Цибульский, и я основатель и владелец каталога фармацевтического оборудования minipress.ru. Каждый день в течение 17 лет я занимаюсь тем, что помогаю нашим клиентам в выборе, доставке и растаможке фармацевтического оборудования. Ежегодно я принимаю участие в выставках фармацевтического оборудования по всему миру. Моя цель – найти новые модели лучшего качества для моего каталога. В моем каталоге представлены таблеточные пресса, блистерные машины, дрожжировочные котлы, различное упаковочное и производственное оборудование, большой ассортимент лабораторных машин, компактных настольных вариантов для начала фармацевтического бизнеса. В любом случае, если вы не нашли нужную вам модель оборудования, обратитесь ко мне, и я представлю вам лучшие варианты. Я предоставляю своим клиентам не только информацию об оборудовании, но и данные по различным технологиям. В этом я очень хорошо разбираюсь и скопил огромный опыт, собственный и опыт моих клиентов. В каталоге представлены виды оборудования производства Китая, Индии, Тайваня, Кореи и также европейских производителей. Моя команда решает вопросы, связанные с выбором, закупкой, доставкой, растаможкой любого оборудования в Россию. Ежедневно вы можете обратиться ко мне по всем имеющимся средствам связи – телефону, скайпу, электронной почте. Я готов помочь вам с выбором любого фармацевтического оборудования, используя весь свой опыт и знания. Буду рад видеть вас своими клиентами.